Як в сафари-парке она ничего не делает, она лежит в городе Геленджик. Жалко, мы ничего покушать не купили. Як обитает в Южной и Восточной Азии. Предпочитает холодные, ветреные, бесплодные степи, расположенные на высоте до 6000 метров над уровнем моря. Питается травянистой растительностью, побегами кустарников, лишайником и мхом. Еще в древности, в первом тысячелетии до нашей эры, як одомашнен человеком. Отел у яков происходит в июне, беременность длится 9 месяцев, теленок не разлучается с матерью около года. Продолжительность жизни яка до 25 лет. Вот такой як.